Первый не только в учебе и волонтерстве, но и в проведении торжественных церемоний. За активную жизненную позицию девятиклассник Никита Пивоваров в числе первых удостоился чести поднять флаг России в своей родной школе номер 7. 25 апреля в областной столице дали начало новой традиции. Школа номер 7 стала одной из первых в Самаре, где прошла процедура поднятия государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна. Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу проведения подобных церемоний в образовательных учреждениях государства, отметив, что это правильно и востребовано. С сентября нововведение распространится на все школы страны, но уже сейчас церемония проводится в образовательных учреждениях, где есть такая техническая возможность. В церемонии принимают участие ученики, педагоги и юнармейцы. Это почетное мероприятие, поднятие флага, будет предложено лучшим ученикам, которые отличились в учебе, в спорте, в каких-либо творческих мероприятиях. Я думаю, это очень почетно. А таких детей у нас талантливых очень много в нашей школе. Школа номер 7 Красноглинского района стала одной из первых в Самаре, где прошла церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна. С такой торжественной ноты теперь будет начинаться каждая новая неделя. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.